Всем привет! С вами я, Балди. И сегодня мы будем идти в поход. Да! Я даже взял свою любимую линейку. Ну я же учитель. Ой, так, наконец я иду в лес. Вот этот я никогда не видел лес. Пойду в него посмотрю. Когда же прибудет внучок? Ой, а что это дом? А что это дом? Что это за дом? Что это за дом? Постучу в дверь, а то он что-то такой... Кто там стучит? Бабушка, открывай! Открывайте! Люди, 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 люди! Балди! Привет, знакомая! Привет! Как заходи! Чего ты меня не предупредил? Как давно мы с тобой не видели? Лет 100 точно! Ну да, сколько тебе уже исполнилось? Я не помню. Да ты же старая уже. Да мне кажется, тебе уже лет 300. А мне уже 169 лет. Сколько уже ты математику-то преподаешь? Да не знаю. Уже голова болит от этих моих учеников. Ну вот уже взял себе отпуск и решил отправиться в поход. Не стой на столе. Хорошо. Что ты будешь кушать? Гнилую плоть, пирожки или гнилую картошку? Дай мне гнилую картошку и пирожок. Да. Какие у тебя красивые тарелки. Да, вот тебе пирожок и ядовитые картошки. О, картошка. Вот пирожок. Ой, давно такой вкусноты не ем. А я давно голову не отрывала. Ой, сейчас я к тебе пройду. Когда у тебя выпускники будут? Да не знаю, сегодня сегодня какой-то внучок хотел пойти со мной в поход. И мне кажется, что он меня выследит. Ничего, если здесь кто-то будет, я это почувствую и надаю ему своей голодной битой. Хорошо, ну ладно. Потом к тебе на перевоспитание отправлю. Так. А ты видел мои планы гильотины? Очень хорошие планы, бабушка. Видишь, какая у меня гильотина? Так, я смотрю. Я ее сама делала. Ой, это у тебя типа проход секретный. Да, чтобы ничего прояснилось. А это... Так, о, тут записка. Ну, и... Что эта мразь про меня писала? Ого, что она прям не писала, мразь. Да ничего, наверное, не написала. Ага, тут с кусочками надо. Мне кажется, у тебя очень красивый дом. Можно пойду к тебе на второй этаж? Можно. Так, ну мне кажется, там... Так, это ванная, наверное. Да, это ванная. А что тут? Ага, там под унитазом какая-то лестница. А зачем ты ее там поставила? Чтобы его внучок был шанс вылезти. Ну или чтобы был шанс пообедать. Так. Это третий этаж. Так, а зачем стой, ты... Стой. Там надо молотком. Это просто дедушка пытался сделать выход. Ты случайно проломал тут все. Короче, ясно все с тобой. Теперь здесь надо починить. Бабушка, мам. Бабушка Галя, с вами все понятно. Тебе Галя? Тебе не Галя. Я забыла, как ты... Помни, моя любовь, это дедушка. А что не я? На-ке он в дорогу, в рюкзак. Так, давай. Я тебе могу так. Еще тортик взять. А, смотри, какую я себе самодельную линейку.
гильотинку сделал. А я гильотину себе сделала. Смотри, я такой, короче, иду такой, ч-ч-ч, и вот так подхожу, и вот так, трыщ. Хочешь, я тебе покажу, как она работает? На! Можно я покажу, как я нападаю на людей? Нет! 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 Тарелки мои разобьешь. Ладно, давай, бабушка. Все, я пошла гимнастику смотреть. А Ого. Стой, а меня выпустишь, пожалуйста, Таня? То есть мне надо искать место для похода. Спасибо, пока. Удачи тебе. Так, время что смотреть гимнастику для старых. Ладно, все, я пошел искать. Надо запомнить этот лес, потому что тут живет моя подружка, бабушка. Ой, как я ее давно не видел. Так, и то я уже наконец-то к своей бабушке. Я ее уже как 11 лет ее не видел. Так. Я, мне кажется, о, это дом бабушки моей. Так, надо посмотреть, а что это за... Ага, что-то бабушка моя... Дун-дун-дун-дун! Я уже иду! Подождите, у меня кости старые! Так когда ты откроешь? Внучок! Привет, баб! Фу-фу, на меня какой-то красный пыл сыпется. Так, где? Ты теперь поминаешь меня, бабушка? Спать ложила? Так, это что? Так, возьму бутылочку. Ой, уронила ее! А, кто там мою вазу ронил? Я уже иду! Подожди, вот ты какой! Вот ты какой! Значит, пришел у бабушки. Мне страшно. Я слышу тебя насквозь. Ну чё? Почему у бабочки нету тут воды? И кран где? Стоп, а что это что-то нам, под... Нам. Что это подозрительное под ее унитазом? Стоп, не надо себе спинку помыть. Я тебя чую! Он спит. Бегу, закрыто. Так. И так медленно хожу. Ну что, я тебя мстюсь, бабушка. Я разобью твои... Вот там уже бьет вас. Ах ты ж ночок. Сейчас дошкребусь до тебя. Вот ты где. Бабушка не найдет, хоть бы не нашла. Я слышу тебя насквозь. Ай, не смей меня бить. Я тебя убью, бабушка, честно. Я... Давай уже. На. Ой, ты тяжелый! Сколько ты килограмм набрал-то? Садись уже, дрыхни. Ты сказал, килограмм не подчистил.
Я тебя... А, блин, проснулся опять на этой сраной кровати. Такой... Уже и кровь будет. Кто там уже матюкается? Так, вот начнем тусу. Да, туса, туса. Туса, туса, туса.